Агентство по делам семьи и детей региона сообщает, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей, выплаты из федерального бюджета производятся не позднее 26 числа месяца, сообщается на сайте tuvasemya.ru. Согласно закону республики о порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов, приемных семьях и вознаграждения, причитающиеся приемным родителям, выплата денежных средств осуществляется не позднее 15 числа следующего месяца. В связи с реорганизацией Агентства по делам семьи и детей региона путем присоединения в Министерство труда и социальной политики, финансирование за январь по всем выплатам будет перечислено до 26 января 2019 года.